Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». У нас сегодня субботник. Если помните, первый субботник вот здесь, на этом месте, заканчивался. Я вам показывал эти кадры. Вон там Днестр. И перетекает, получается, канал. Вон туда, видите? Вот на этом месте мы его заканчивали. Будем заканчивать наш субботник уже скоро. И вот мы дошли практически вот до момента, где река проходит через дорогу. Это 50 километр. Начало 50 километра. Вот. А сегодня мы с этого места продолжим дальше вниз по течению. Я хочу вас всех увидеть. Вот тут встаньте, пожалуйста, вот тут, чтобы я вас всех видел. Встаньте, пожалуйста, сюда. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так, сколько нас? Считаем-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 штыков. Я всех, друзья мои, поздравляю, что мы все-таки вы рискнули, что должен быть дождь, но дождь не пошел, потому что Боженька с нами. Все для клёва. Поэтому, значит, маленький короткий инструктаж. Первое. На дорогу не выходим. Вообще не выходим, потому что трасса мокрая. Машины очень быстро ездят, поэтому туда нет. Машину мы прямо сюда уже загнали. Она будет вдоль дороги. Мы потихонечку как раз будем убирать и сразу же закидывать вместе с мешками, закидываем мусор в машину. В конце пути нас ждет горячий шашлык. Но только после того, когда машина будет загружена полностью мусором. Обращаю внимание, скользко, трава может ударить в глаз. Будьте аккуратны, потому что вы наклоняетесь. Смотрите рядышком, чтобы если у вас рядом с вами люди, чтобы тоже их не зацепить ни стеклом. Работает только в перчатках. Потому что, понимаете сами, стекла, пластик, грязь, микробы там и так далее. Вода будет в машине, машина будет ехать примерно тоже за нами. В ней же будут и мешки вот эти. Поэтому, по сути, мы взяли с собой там 2-3 мешка. Если вырвались вперед, набрали, поставили мешки, машина подъехала, загрузили. Все понятно? Вопрос. Все, начинаем, друзья. 10 часов 7 минут. Да, кстати, всех поздравляю с международным днем. Да, международный день, международный день чистых берегов. И отлично. И все для клёва это... Клёво! Поехали. Друзья, значит, самое главное это правильно организовать наш труд. Сейчас попробуем попросить рыбаков присоединиться к нашему субботнику, посмотрим, как они это воспримут. Потому что возле их мест тоже куча мусора. Поэтому попробуем. Добрый день! У нас сегодня субботник. У нас международный день чистых берегов. Вы не хотите присоединиться? Мы вам дадим мешочек. А? Не только свой, вот который вот вокруг вас, потому что вот машина стоит, КамАЗ, и мы сейчас идем через ваше место тоже в том числе. Пособерите, пожалуйста. Все, спасибо вам большое. Дайте вам перчатки. Хорошо. Да? Вы поможете нам убрать эту цепь? Друзья мои, даже не дожидаясь того, что я приду, народ уже начинает подключаться, это очень здорово. Люди уже видят, что мы наводим порядок и тоже подключаются к нашей акции. Это супер вообще. Ребята, здравствуйте. Ютуб канал «Все для клёва». Может, смотрели или нет? Смотрели. Значит, вы с вами.
суперфинал Филипп-Лёва. Какие свои рассмотры, как это видели, да? У нас сегодня день, международный день чистых берегов. Я знаю, да? У нас тоже. Да? Я вам дам пакетик. Вы соберете мусор? Соберем. У нас тоже есть мешочек. Нет, так я вам дам. У нас сейчас будет ехать КамАЗ. И все сразу будем собирать. А, сразу все сразу? Да, сразу КамАЗ. Знаете, вам еще. Да. Мы с собой забираем. И свое, и чужое. Ну, хорошо, отлично. Да, рад, что познакомился. То ближе, то... С экскаватором бы приехал. КамАЗ уже идет. Я имею в виду посносить вот те мостики. Да нет, мы сейчас сегодня международный день чистых берегов. Я хочу вам оставить пару мешков, чтобы помогли нам навести порядок. А я и так возле себя набираю. Не, ну причем есть мостики? Вот это. Помогать, а это не мусор. Это костер называется. Ну не, ну это все равно этот пластик, надо его убрать. Вы думаете? Я вам парочку, да? Сейчас у нас есть мешки? Сейчас КамАЗ будет ехать, буквально 20 минут будет проходить. Хорошо. Пожалуйста. Давайте. Еще один дать мешок? Дайте. Вы бы лучше по-другому бы действовали. Взяли бы какого-нибудь такого зеленого и штрафы. Вот видите, что человек бросает, нет у него мусорного пакета. Это нужно доказать, если есть камеры везде. И штраф. Вот повешайте камеры. А чтобы не сорили люди, понимаете, вот это все до задницы. Вот вы сегодня уберете, а завтра приедут люди, и будет снова мусор, понимаете? Хорошее мнение, но понимаете, вот когда человек говорит, вот, а вот вы сделаете, а вот сделайте вы. Так я делаю. Вот просто сделайте вы, что вы сделали? Как я делаю? Я чистоту здесь навожу. Вот вы сходите. Идемте посмотрим, да, идемте. Вот посмотрите. Здесь, а потом посмотрим пройдите на 100 метров дальше, идемте посмотрите, вместе. Что там. А зачем мне вместе ходить? Вы пройдите, сами все увидите. У нас будет шашлык, мы вас приглашаем на шашлык. Да. Да. У нас тоже есть, некому жарить. У нас есть кому жарить. Так, Паша уже пошел вперед, в авангарде. Смотри. Смотри, сука. Смотри, что я нашел, блядь. Так сейчас на стеклотару сдадим, еще заработаем. У тебя клондайк, клондайк. Друзья, просто когда мало людей приходит на субботник, нужно каким-то образом все-таки достигать цели субботника. Понимаете, да? То есть нужно тогда какими-то дополнительными силами его организовывать. Вот спасибо рыбакам, которые, кстати говоря, смотрят наш YouTube-канал. Я надеюсь, вы тоже уже подписались на него, нажали колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Тоже присоединяются к нашей акции. Вот сколько мы шли, ни один рыбак не отказался нам помочь. Когда мы показываем, вот мешки, вот КамАЗ, вот перчатки, берите, работайте. Да, без проблем. Супер. Если я вам оставлю парочку, вы поможете нам? Вот так, чисто вот этот мусор, вот что вот валяется, вот так вот. Поставь. Хорошо? Спасибо. Какие-то маленькие. Какие-то. Да, что-то совсем маленькие. Нет, давайте я вам дам какой-то купанский такой. Поможете? Все, я вам оставлю туда пару мешков. Хорошо. Девчатам по маленькому мешочку. Ребятам по большому. И будь ласка, вот тут подбирайте. Вот и весь мусор. Добро? Все, пока. Девчата, гарного дня вам! Рад вас бачити. Да. Поможете чуть-чуть возле своего места рыбалки прибрать? Оставить вам пару мешочков? Конечно. Ну, все супер. Отлично. Тогда я оставлю, да, пару мешочков? Да. Спасибо за вашу гражданскую позицию. Спасибо, что вы с нами. Капец, да? Видели, да? Что тут творится? Ребята, добрый день! Добрый. Ютуб-канал «Сюда клёво». Опа! Мы вас знаем. Знаете? Конечно. Ну выходите сюда, дайте нам посмотреть. Где вы там? А потому что дедушка детства сказал, что сегодня день чистых берегов, и сегодня клевать не будет. «Сюда клёво» пришёл. Вообще, да? Да. Канал «Сюда клёво». Да. Что, смотрите? Конечно, смотрим. Меня зовут Александр. Как вас зовут? Виталик. Виталик, очень приятно. Вова. Вова. Супер, иди сюда. Вова. Сегодня субботник, идет КамАЗ. Так, надо помыть, через... да? Ну, конечно, вот на вашем пятачке, вот на этом, наведите порядок. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, все сделаем. Я знал, что подписчики канала «Сюда клёво», это самое лучшее. Все сделаем. Давайте два, давайте три даже, потому что тут мусора мы... Давайте четыре. Они даже маленькие, видишь, коротенькие. Я понял. Надо пять. Вообще. О, на пятый. Пятый. Он маленькие они там. Все, напихайте. Так, а вы как по рыбалке? А? Вы на рыбалке или нет? Нет, или сегодня на субботнике. Понял. Сегодня на субботнике.
Хорошо. Он даже с банками. Да я вижу. Короче, вот этот пятачок. Да, все сделаем. Лучшие люди. Поняли, да? Какие у нас подписчики канала «Все для клёва»? Я ваши ролики вижу, да. Вы же гелики, чего вы снимаете? Только мы без этой, без правильной ухи. Здрасте, ничего страшного, все хорошо. А что вы делаете? У нас сегодня субботник, приуроченный к дню. А мы когда уезжаем, тогда это мы, да. Мы такие же повернутые. Смотрите, сейчас будет идти КамАЗ. Так. И прямо весь мусор в КамАЗ. Я вам оставлю пару мешков, вот так вот вокруг. Мы тогда это сейчас пособираем. Да, и тоже в КамАЗ. Вот сейчас 15-20 минут, полчаса будет идти, потому что там без проблем. Я просто в авангарде иду и раздаю мешки. Все, тогда мы это выбрасываем, вы оставляете нам парочку, и мы еще пособираем. Это тоже выбрасывайте в КамАЗ. Выбрасываем, я в курсе. Это, кстати, не наш мусор, это мы... Не, я понял, ну вы красавцы, потому что, смотрите, YouTube канал «Все для клёва». Молодцы. Все, отлично, сейчас все сделаем. Дайте вам еще раз. Да нет, мы столько не мусорим. Да нет, ну что здесь вы? У вас тут куча мусора, который... собрали, вот, мы приехали, собрали, это не наш. Это не наш мусор, мы пока еще не намусорили. Понял. Все, хорошего дня вам. Все, давайте. Сейчас все сделаем. Ребята уже наводят порядок. Супер. Вот. То есть при правильной организации труда всего можно достичь. Пожалуйста, вот граждане, которые... Ага. Сними. Что? Для тех, кто считает, что правильный поступок — это не вести с собой мусор. Вот есть у некоторых такое. Я вырыл ямку, закинул и сжег. Ага. Это как бы выход. Вот, пожалуйста, выход. Вот, господа, это то, что вы банки, сжигаете. Банки, бутылки. Ничего накидали. Это не помогает, это вы просто для себя прячете мусор. Да. На самом деле это не работает. Согласен. Вот, видите, уже... Уже более-менее чисто. Это радует. Это радует. Так, это мешки. Ага. Хотела КамАЗ. Два раза надо ехать. Можно дальше не собирать. Назад поскидывай. Обалдеть, здрасте. Это сколько? Покажи. Это что, сколько? Час прошел? Время 11 часов. И сколько проехали? А сколько проехали? Где-то метров? Метров 200. 200 метров? Половина? Ты покажи ту здоровую машину. 15 Это называется «Мы на водопое». Да. Кстати, очень жарко. Чисто джерельно вода. Парит. Очень, очень парит. Да, почему-то парит. Наливай больше, ей не жалко, у нас много как воды. Как будто полстаканчика налил, не для брата. Ну, будь здоров.
Да, сколько водки спасло рыбы, да, сколько они спасли, один рыбинспектор, да. А водка родимая, она спасла рыбу, но, к сожалению, загадила природу. Свободное место. Можно даже же рыбачить. Суббота, обед. Чистое, свободное место. Казалось бы, в субботу, да? А как? Там вон бачишь, бутылочка. Выкинем, хорошо? И, а бутылку? А, бутылку залышьте. Это солнышко вышло. Собирались. Да, солнце, друзья. Кто говорил о том, что будет дождь? А кто не приехал к нам, боялся дождя? Посмотрите на него, посмотрите. Солнце, потому что Боженька за с нами. Мы пока убирали, я подумал, да. Спасибо всем вот этим ребятам, покажи, Макс, которые, зная, что по всем прогнозам будет дождь, день, да, дождь, а взяли и приехали. Смотрите, какие ребята. Работать. Никто из них не побоялся. Вот он, орел. А кто-то говорил, если не будет дождя, мы приедем. И не приехали. А мы приехали. Вот в следующий раз, друзья, не бойтесь. Мы делаем хорошее дело. И карма нас за это любит. Вы нам одного дадите? Вы собрали! Ура! Ура! Все. Теперь идем вперед. Посмотрите, какое небо голубое к концу субботника. Друзья, многие подписчики нашего канала «Все для клёва». Мы переписываемся в чате Вайбер сообщества, в чате телеграм-канала «Все для клёва». И когда готовились к субботнику, да, каждый посмотрел прогноз погоды. И очень многие убеждали: Александр, ну давайте перенесем на воскресенье, ну давайте мы, ну зачем мы будем месить болото, давайте перенесем, вы посмотрите на этот прогноз, что будет сильный ливень, он будет лить целый день, этот дождь. Где этот дождь? Понимаете, вот если вы сильно хотите чего-то достигнуть, обязательно найдутся люди, которые будут вас говорить: да не делай это, не нужно этого делать, да ну потом как-нибудь сделаешь, а потом нет. Сегодня нужно наводить порядок, понимаете? И если вы тверды в своей позиции, если вы
идете к своей цели, вы обязательно ее достигнете. Поэтому я призываю вас всегда идти к своей цели, невзирая ни на что, ни на какие преграды и ни на какие нарекания со стороны родных, близких, друзей, товарищей и так далее, которые будут вам говорить все, что угодно, но только не то, чтобы вы шли к своей цели. Все для клёва – это клёво, друзья. Друзья мои, это Евгений, это подписчик канала «Все для клёва», который специально ради того, чтобы приехало как можно больше людей, приготовил для всех подарки. Практически он является спонсором сегодня нашего субботника, кроме компании «Мясолюб». «Мясолюб» отдельное спасибо за мясо. 15 килограмм, сейчас жарим и будем кушать. Женя, расскажи, пожалуйста, про свой подарок. Приготовил силиконовые приманки ручной работы. Планировалось по две на участника, ну, достанется больше. Достанется больше, потому что, ну, людей меньше, поэтому каждому будет побольше. Побольше. Покажи, пожалуйста, свои приманки. Вот такие вот. То, что приготовил, сейчас покажу. Угу. Скажи, пожалуйста, уловистые? Да. Ты сегодня видел, скидывал в наше вайбер-сообщество три щуки поймал, да? Да, три щучки, да. Отпустил уже? Конечно. Дочка отпускала? Не, они спали как раз. Они спали, да? Я тебя понял. Давай. Пускай пока будет для всех сюрпризом. Давай, так. Эту. О, так. Еще одну, да. Друзья, вот такой силикончик Женя приготовил для наших подписчиков канала «Все для клёва». Болото сирень, оно на просвет вот сиреневенькое. Ага, болото сирень. И машинное масло. Один из самых рабочих цветов. И одни из самых рабочих приманок. Как красавица. Ну, огромное тебе спасибо за вам то, что спасибо. Ты практически сделал сегодня наш субботник более ярким, чем как хотелось. Да вы его спасибо. Сделали, вы его собрали. Спасибо. Это тоже дорогого стоит. И очень большое спасибо тебе за воспитание своих детей. Иди сюда. Посмотрите, друзья мои. Вот это вот настоящие патриоты своей страны. Поняли? Которые хотят, чтобы в ней не было мусора, чтобы был чисто порядок. Правильно? Спасибо тебе большое. Спасибо. Ух, красавица. Добро, все, пока пляжьте. Пока пляжьте, пускай это пока будет сюрпризом для всех. Да, взял пакетики и на выбор. То, что хочется собирать. По одной штучке каждого. Ну, разных. Да, разных. Разных. Спасибо компании «Мясолюб» за шашлык, который они замариновали специально для наших подписчиков канала «Все для клёва», которые сегодня с нами вместе навели порядок. Это герои сегодняшнего дня, которые не побоялись дождя, грозы, грязи, мусора, всего. Пришли. Побороли собственную лень. Побороли собственную лень, да. Сомнения свои побороли. Да, что ли, сейчас я намочусь, будет непонятно что и как. И с нами сегодня. Блин, этих людей, да не было ни у кого никаких сомнений. Все четко понимали, что дождь нам не помеха. Для всех участников субботника приготовили мы маленький подарок. Не маленький, а подарки, сюрпризы. По сути, сегодня спонсор нашего субботника Женя у нас является. Я вчера, когда посмотрел фотку, смотрю, Женек. Думаю, так, интересно, интересно, посмотрим, посмотрим. А что, Женя, ты сам вот это делаешь? Да. Мы сегодня уже видели, она работает. Да. Ну, сегодня в приоритете был, если честно, сиреневый цвет, но так, в принципе, машинка тоже всегда работает.
Как хорошо, что приехало мало людей. Во всем надо искать плюсы, да? А так бы устраивали соревнования, кто больше соберет мусора, тому приз. Выбирайте, кому что нравится. По каждой. Мне, пожалуйста, по одной. Сделайте, пожалуйста. Сделаем. Что-то после шашлыка. На закуску не то. Рыбка не съедает. Орбит? Не-не, есть же эти сердечки. Да-да-да, я хотел сказать, дети очень любят. Чувствую, домой привезу, дети так примерно. Так эти тоже сейчас съедобные идут? А, есть съедобные. Просто мало пива. Это повышенной плавучести, он не тонет и мало пьет воду. Быстро высыхает. А если до него какой-то запах добавить? Уже есть. Да? Уже воняет. Точно. Криль. Крилем пахнет. Да. Все на гриль. Mm-hmm. А? Это мне, да? Ой, спасибо большое. Ура! В багажнике. Ты знаешь, на крючок кидай. Не знаете, где есть офсетный крючок? С бугорком. Машинное масло, вы видите, да? И сирень. Дроп-шоп можно сделать. Супер. Я не спиннингист. Вот так каждому. Не хочу даже туда. Кто приехал в наш субботник, Женя приготовил вот такой подарок. Я размахнулся. Спиннинг. Нет, это мне же катушка. Вам там дети еще не собрали. Нет, вам еще так. Нет, вы скоро ведут, как правильно надевать их. Казандру, отдельная благодарочка на трофейного хищника. Ого! Это вот это да! Это, короче, друзья мои, наступило время, когда я начинаю получать взятки. Смотрите, вот это да! Слушай, так это ж... Не зря тут стоят. Слушайте, елки-палки. Вот это такую рыбу где-то найти. Она есть, но эта лодка нужна. Она есть, да. Надо искать. То есть надо будет попробовать половить, да, на нее? Конечно. После этой самой, после обхода... Вот сейчас похолодает сюда. И на Дунай можно съездить. Александр, после рейда заканчивайте рейд. Посередине реки Днестр берете удилище. Нет, это в Трунчуке. А не, ну. Ну чего? Слушай, какая точка здесь красивая, да? Смотри, внутри. Ям мало и свободных, да. Интересно такое, да? Допустим, он встал посреди речки, его закидают с одной стороны спиннингом, с другой стороны. Да, нет, зимой пахнет, вот такой вот лодки становятся. Пахнет чем-то жареным. Зимой, да, зимой поздней осенью вот тоже туда нигде не станешь. Я думал сначала, что больше двух. Привет, да? Да, запах интересный. Да, тоже хватает на мухи. Мы были в начале весны, это где-то середина марта. Ребят, выбирайте. Да, давайте, берите пакетики. Выбирайте, давайте. Нет, нет, берите, да, берите. Берите, кто берите, 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 да. Берите, давай. Здесь три вида, здесь три вида. Что, я не... Там, не принципиально. Или это принципиально? Разница. В чем разница? В форме и в чистоте игры. Чуть-чуть меньше, он мягче или что получается, да? Нет, по жесткости они все одинаковые. Вот, но... Она самая лучшая, как по мне. Ну вот именно этой жесткости силикон. Он весь абсолютно один силикон, но можно сделать пожестче, допустим, вот крупные приманки, там используется более жесткий силикон. Что если сделать мягкую ее, она будет просто, ну, непонятная игра для рыбы, будет неправильно себя вести. Офсетник подбираю так, чтобы выходил он где-то... Нет, это большой будет сейчас, на треть приманки примерно. Нет, так подождите, там... А кто хотел посмотреть, как... Как правильно оснащать? Да. Оснащать. Офсетник прокалываем по центру. И вниз буквально миллиметров 5-6. Mm. Продеваем до конца, до ушка. Разворачиваем. Разворачиваем. Смотрим, как, где он будет выходить. То есть в этой части делаем прокол. Это верхняя, нижняя? Нижняя часть. И он получается крючком как вверх. Незацепляйка. Да. Крючок не торчит, он спрятан. Хорошо, вопрос. Если он все равно зацепляется, то в чем причина? Он не зацепится. Он не зацепится. Если так. Или это грузило может цеплять? Грузило может цеплять. Карабин может цеплять. Узлы большие могут цеплять. Ага. Он тоже может зацепиться, но с меньшей вероятностью. Нет, это я уже. Трава получается проходит. Проходит. А рыба так оттац и поймала. Да, при крючочек. Начал. Поглощается. Зимой начал, но я бы видел, когда было сильно. Тоже я так. Я
А Чебурашку вы одеваете сколько грамм для Днестра? Для Днестра, смотря где мы ловим. Ну, если это прибрежная зона, это можно как и 2 грамма, так и 10 грамм. Вот. Если в поисках судака, то вплоть до 28 грамм. Так, понятно. А на Трунчуке больше? На Трунчуке я не рыбачу. Ага. Точно так же, только чуть-чуть больше. Там, хорошо. Сетей много. Много сетей, да? Много сетей, и все остается там. Это тоже рисованное все. Это вы раскрашиваете сами? Да. Но единственный минус, что оно слазит со временем. Хоть краска специальная, но пока мясь в Украине нету такого, что... Как тебе сегодняшний субботник? Шашлыки вкусные пожарил я почти. Да, значит, Паша у нас сегодня был главный, да, основной сегодня, по шашлыкам. Да, коком сегодня был. Угу. И мусор не собирал. Не, почему? Ты вначале собирал. Но... Ну, не считается. 2 мешка, блин, это... Это мало. Это мало, да. Я тебя понял. Спасибо тебе, да, за то, что пришел на наш субботник. Я всегда готов. Я тебя понял. Обалденное впечатление. Народу немного. Атмосфера обалденная. Все классно. Погода. Вообще все. Ну... Мусора, конечно, тоже хватает, блин, если мы там небольшой компания. Но, правда, рыбаки помогали, рыбаки тоже молодцы, не сидели, не говорили, что это не их мусор, они не мусорят и так далее. Помогали, тоже им большое спасибо, блин. Организация классная, все. Атмосфера дали, приятная. Да, атмосфера, все, посидели, отдохнули, поработали, ну, вообще классно. Провели время. Скажите подписчикам, чтобы они тоже. Присоединяйтесь и вы. Да, в следующий раз присоединяйтесь, будет берег чище, и вам приятнее будет приезжать, и вода будет чище. Еще раз, вот. Налей. Теперь. А ну. Сколько? Ох, я 15. 15 с половиной. Друзья мои, ну вот так закончился наш субботник. Я просто безмерно счастлив, что мы и убрали мусор, и покушали шашлык, и пообщались с рыбаками, и погода была шикарная. Было все так круто. Я настолько счастлив, вы даже себе не представляете. Друзья мои, получайте удовольствие от маленьких, от мелочей таких, знаете. Делайте мир добрее, счастливее, и у вас тоже будет удача, успех, и все будет у вас хорошо. Огромнейшее спасибо всем, кто был с нами на этом субботнике, кто не побоялся ни дождя, ни ветра, ни каких-то грязи и так далее. Спасибо всем. Огромнейшее спасибо. Мясолюба, отдельный привет. Большое спасибо. Все было очень вкусно. Вы, как всегда, молодцы. Мы хотели тоже поблагодарить всех участников нашего мероприятия субботника. Все были грязные, но счастливые. Собрали полную машину этого 10 кубов мусора, 10 кубов, мы были счастливые. Чего и вам желаем. Вот так вот. До встречи. На этом будем заканчивать наше видео. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.